А я хочу снять на пакетике Литуаля на берегу моря. Что мы сегодня купили с собой на пляж? Мясо мы, конечно, съели сразу. Сосиски мы купили. Очень интересные, вкусные. И какие-то куриные были на шпажках. Такие кружочки, шарики, непонятно. Ой, пиво мы уже выпили. Алкоголь, конечно, здесь подороже, но ничего, терпимо. Это получается 120 рублей баночка. 80 бат. Короче, я купила вот такие мандаринки. В принципе, как мандаринки, они как мандаринки. Обычные наши мандарины. Ананас нам почистили и положили вот такими вот долечками, в мешочек. Половинку мы уже ананаса съели. Он очень сладкий. Просто вот, ну, восторг. А здесь у меня порезанная манго. Сейчас я вам покажу. Порезанная манго. Они все так очень аккуратненько делают. Вот. Оно просто наислайчайшее. Просто восторг. Восторг. Теперь тут у меня что? Это лангустины. Ой, лангустины, говорю. Мангустины. Манго, мангустины. Чуть попозже я покажу, как они еще режутся. Вот такие вот интересные волосатики. Это я не помню, как называется. Вот это вот личи. Это как они в форме, как вот, ну, орешки, прям орешки. И вот я тут один раз чебушила. Там вот такая вот, как, я не знаю, что это вообще. Слизистообразная форма. И вот она вот так вот, раз. Ай-чи. Это такой шарик. Сейчас я откушу. А там внутри... Слушайте, я ем первый раз. Знаете, на что похоже? Сейчас скажу. Как очень сладкий виноград, наверное, для меня. Так, где у меня фокус? Фокус. Короче, сейчас я этих штучек наемся. Ням-ням. Вот наш надувной матрасик. Кайф.